29-я лыжная бригада формировалась в основном из уроженцев Новосибирской области и насчитывала более 2500 человек. Несмотря на неоднократные попытки противника прорвать оборону и овладеть населенными пунктами, лыжники прочно удерживали оборонительный рубеж. Проведение лыжного перехода в Искитиме – это дань памяти нашим бойцам. 500 километров они шли незаметно и вступили в бои. К сожалению, в марте 43-го года почти все из них погибли. Снежок сегодня выпал для нас, лыжня нарезана, торопиться не будем, никакого первенства никто не организовывает, все проходит организованно и в честь наших ребят. Вперед! 800 метров пешком или 3 километра на лыжах – дистанцию выбирали сами участники, в пути их сопровождали спортсмены.